13-я пара. В ринге финальная пара весовой категории до 50 килограммов. Красного углу Игорь Герпенев, Санкт-Петербург, центр. Синев Николай Рыбников, Москва. Уважаемые участники финала, напоминаю, что после этой пары небольшой технический перерыв на награждение наших ветеранов бокса. Будет небольшой технический перерыв, пожалуйста, имейте в виду.
по чествованию наших юбиляров. Пожалуйста, внимательные настрои Кудрявцев и Гусинов. Минуточку. На 4-5. Приготовиться к церемонии награждения. Финалисты весовой категории до 48 килограммов храпового судьева, а также после этой церемонии награждения сразу же церемония награждения боксеров весовой категории до 54 килограммов Григорьева и Зубкова. Повторяю, Григорьев и Зубков также приготовились к церемонии награждения. А в этом бою единогласно победу одержал боксер из синего угла Николай Рыбников, становится победителем своего города. Боксеры приглашаются к пьедесталу почета. Повторяю, бой 2 церемонии награждения. Весовой категории до 48 килограммов и 54 старших девушек.